Uy, milaja. Салам алейкум, Трол Ус. Салам алейкум, The Box. И вообще всем, кто меня смотрит. Я сегодня не в футболке. Я сегодня в рубашке. Потому что я иду на утрашу. Но это не такой утрашу, как вы подумали. Нет, я сейчас встречаюсь со своей девушкой. Как всегда опаздываю. Поэтому, наверное, я возьму такси. Еду сейчас в цветочный бутик Фиори. Решил сделать сюрприз своей девушке, потому что давно не дарил цветы. Вот, когда я зашел на их страницу, я увидел там вот эту картинку. Я сейчас она появится на экране. Организован какой-то квест, и кто, если соберет все эти кусочки пазла, он поедет в Таиланд. Поэтому я сейчас еду в бутик Фиори, чтобы узнать вообще условия этой акции и сделать букет. Кстати, почему я выбрал этот цветочный магазин? Потому что Фиори — это с итальянского цветы. Вот он, Фиори. Мы уже познакомились с основателем бутика Фиори. Это Нодиро Хидро. Бутик очень красивый, мне понравился. Я приехал за букетом. Маленький букет, скромный. Но еще я приехал, потому что у вас на странице опубликован бородатый чувак, который едет в Таиланд. Вот это не намек. Это не намек, да. Но бородатый парень. Бородатый вообще в принципе. Очень похож на меня. Да, очень похож на меня, поэтому. Расскажите про ваш квест, который вы организовали. Угу. Вот я вот как раз камеру направлю на вас. Сейчас, супер. Вот. Так, можете мы тут замутили квест. Угу. Это такое мероприятие, такая движуха по городу, когда нужно будет побегать, немножко пораскинуть мозгами и найти 20 иллюстраций. Это иллюстрации, рассказ о том, о любви двух молодых людей, начиная с детства раннего и то, значит, зрелого возраста. Они будут абсолютно в хаотичном порядке, по хронологии тоже выходить. Имеются подсказки. То есть по подсказке нужно найти локацию, а уже в локации поискать саму иллюстрацию. То есть вот такой как бы интересный ход, как нам кажется. Это как часть рекламной кампании выхода бренда, ну, на рынок, чтобы все знали, что Фиори — это цветы. Класс. А можно у вас букет? Ну, сделать самому, или вы как это смотрите? Хорошо смотрю. Сейчас я буду снимать эксклюзивно для Troll Us, для The Box, для всех моих зрителей. Это гостевой вариант, а это, значит, задняя сторона кулисы цветочной. За кулисы? Заходим. Давайте. Тут как по-американски. А здесь как ковбой вот так. Летаешь, Джонни, где моя лошадь? Так. Здравствуйте. Девочки наши. Здравствуйте. Вас как зовут? Меня Лена. Лена. Я Диларом. Диларом, очень приятно. Меня зовут Умит. И я хотел бы сделать маленький букет, чтобы было удобно с ним ходить. У меня маленькое свидание. И если можно, я хотел бы принять участие в создании этого букета. Перед тем, как обязательно, ну, приступать к работе, вы обязательно должны одеть парк. Симпатяшка. Фиолетовый. Как мне идет? Почти. Вот. Мы выбрали белый цвет. Да, белый в сочетании розового, если хотите. Да. Все, давайте начинать. Так. Берете розу, так вот расчищаете. Могу, конечно, не бросать. Ага. И от розочки не остается ни колючек. Вот, попробуйте сами. Прям вот отсюда? Да, вот с половины. А, и на пол, да? Да. Все, отлично. Итак, приготовимся наши. Итак, 250 роз, пожалуйста. Так. Они сами по себе уже красивые. Потом возьмем эустому. Что это? Эустома. Эустома? Эустома.
Эустома. Или Лизиантус, можно по-другому. Ой, сейчас идут названия. Динозавры. Идем с вами, возьмем с холодильника орхидею. Это будет самым центральным цветком. Давайте. Заходите. Здесь тепло. Ой, тепло, да. Вот, это орхидея. Полиночис возьмем. Взяли вот такую. Ну, по размеру для вашего букета. Потому что он будет у нас маленький же. Угу. Круто. Отрезаем кончик орхидеи. Чтобы он мог пить, да? Да, чтобы он питался, да? И ставим фиолку. А там вода. Да. Прикольно. Вот так вот накладываем все вазочки друг на друга. Ну, размер у вас будет. Да, классно. По-моему, симпатично. Покрутите его вот так. Ага. Кучера шоу готов. Я уже на месте, но девушка опаздывает. Девушка пришла, она опоздала на 22 минуты, но девушкам можно. Я сам сделал бы этот букет, представляешь? А, девушка стесняется, не хочет себе показывать. Но уяльчан, узбекчилик. Сейчас мы идем в гостиницу «Россия», потому что, судя по подсказке, первая иллюстрация квеста находится именно там. Если мы выиграем, полетим в Таиланд. Там все оплачено, оказывается. Так что я бы не хотел, чтобы вы участвовали, но если я вам это показываю, значит, вы можете тоже участвовать. Мы подходим к кинотеатру Premier Hall. Один. Да? А где подсказка? А, то есть где иллюстрация? Где? Там! Там! Ой! Итак, мы нашли первую иллюстрацию. Маленькая вам подсказка. Это не совсем в кинотеатре, это напротив. Так что ищите, где это. Нужно сфотографировать и выложить это в своем профиле на сайт fiori.us. Там нужно предварительно зарегистрироваться, но это несложно. Через SMS все это делается, я уже зарегистрировался. Сейчас мы идем искать другие иллюстрации, потому что уже опубликовано сколько? 5 или 6? 7. 7? Даже 7. Мы отстаем от других. А вы догоняете, если хотите участвовать. Вот. Так что на этом все. Кстати, букет понравился девушке. Я не зря старался. На этом все, наверное. Подписывайтесь на наши каналы. Лайкайте Trollus, лайкайте The Box. Исерингис Гомат. Скорешкомте. Вон отсюда.